Всем приветики! Сегодня снова вы у меня в ателье, и я хочу показать вам сегодняшнюю работу, которую я буду проделывать с пиджачком. Итак, это мужской пиджак. Мужчина принес костюм, есть брюки, которые я буду расширять по талии, и пиджак, который немного ему узковат в плечах и также по всей длине спинки. Я буду расширять let out sides. И сейчас вам покажу, как это просто и легко делается, если есть знание, как это делать. Итак, поехали. Итак, смотрим, девочки, с внутренней стороны. Раскрываем пиджак и находим среднюю линию по подкладке. Вот она. Мы должны ее раскрыть. Я отмечаю примерно вот такую дырочку мы должны сделать. Низ мы не трогаем, низ у нас хороший. То есть ему не нужно увеличивать пиджак по низу. Делаем здесь вход. Открываем, распарываем строчку. Эта процедура может занять около 20 минут. Опять же, очень легко и просто. Не надо ничего бояться. Никакие работы с такими классическими пиджаками. Раскрываем. Проверяем. Так, до нас кто-то здесь работал уже. Недостаточно ткани оставил. Но вот здесь достаточно есть припуск, который можно выпустить. То есть будем работать вот с этим швом, то есть двумя швами. Это два боковых шва. То есть вот эти швы. Не там, где карман. Там, где карман, мы не имеем права ничего трогать. А вот эти боковые швы. Ну что, да, я добралась до середины пиджака. Что мы можем здесь видеть? Здесь кто-то работал до нас. Кто-то сужал пиджак, а теперь необходимо выпустить припуски, то есть расширить. На человека он стал мал. Здесь огромный припуск, без насечек, немножко неправильно сделано. Нет насечки по талии, и пиджак некрасиво сидит на теле человека. Значит, все будем исправлять. Теперь я буду выпускать эту переднюю часть, то есть полочку буду выпускать, расширять пиджак. С двух сторон, два боковых шва, две стороны. Значит, с двух сторон я буду выпускать пиджак. Сейчас я отутюжу эти швы, удалю все остатки ниток и нарисую линию, по которой я буду строчить. Вот смотрите, я подготовила боковые швы, открыла их, показываю ближе вам. Открыла и подкладку, и основную ткань, лицевую ткань с двух сторон. Отутюжила швы, убрала все лишние ненужные остатки ниток. Почему я стала работать с боковыми швами? Потому что я планировала распустить по среднему шву пиджака,
выпустить немного, расширить, но кто-то работал до этого и там практически ничего не оставил. Поэтому приходится работать с боковыми швами. Итак, отутюжили, раскрыли, убрали все лишние ниточки. Сейчас идем на стол, и я буду вычерчивать линию, по которой я буду строчить. Вот так я подготовила срезы. Вычертила линию, по которой я буду строчить. И закрепила немного булавочками. Все, идем на машинку. Теперь мы строчим по нарисованной линии, по обозначенной линии. Поехали! Надеюсь, вам что-то видно. Убираем булавочку. Дошли до булавочки, убрали булавочку. Можно, конечно, перестрочить аккуратненько, перейти через булавку, но можно поломать иглу, если не попасть. Вот, я попала. Видите, прошла. И так проделываем со всеми швами. То есть по лицевой ткани два шва у нас и по подкладке. Все также прострачиваем. Теперь идем утюжить швы. Утюжим швы. Я буду утюжить на вот такой подушечке. Так как на ровной поверхности или на бигельбоге. Вот это приспособление называется бигельбог. Здесь ровная поверхность, но тело человека не ровное, особенно по боковым швам. Поэтому мы должны утюжить и придавать правильную форму пиджака. Я выкладываю на подушечку наши срезы и начинаю утюжить поэтапно. До талии. От низа до талии перемещаю. И потом от талии до проймы. Вот так поэтапно утюжим. Здесь я ничего не выстаиваю. Я просто обозначаю и правильно располагаю шов с внутренней стороны. Все, вот так делаем 4 шва. 2 по подкладке, 2 по лицевой ткани. Работаем, делаем пиджачок. Смотрите, отутюжили мы шов по подкладке и по лицевой ткани, по ткани верха. И дальше нужно смотреть и учитывать, чтобы длина подкладки совпадала с длиной по верхней ткани. Вот у меня все совпадает. Здесь образовалась дырочка. Можно зайти с другого открытого шва, прострочить и закрепить. А можно сделать по-другому. Можно просто проклеить. Вот у меня есть такая клеевая, двойная, двухсторонняя паутиночка. Отмеряем длину, которая нам нужна.
то есть длину отверстия, которое нам нужно закрыть. Пиджаки не стираются в машинках, а только производится сухая очистка. Поэтому мы можем наклеить и использовать вот эту клеевую. Вот я подставила ее между тканями. И теперь я буду приклеивать. Немножко нужно выдержать утюгом температуру, чтобы приклеилась наша клеевая. Проверяем. Все, вы видите, что оно все приклеилось. Все, отверстия никакого нет. Отлично. Также делаем с другой стороны. Все, закрыли все выходы и входы, все дырочки. Теперь нужно выставить вот эти швы, которые мы сделали, где мы расширяли пиджак. Я буду использовать свою подушечку и проутюжку. Проутюжка у меня в три слоя. Три слоя ткани. Теперь я буду хорошо пропаривать. И выстаивать, высушивать. Я думаю, с такой работой может справиться любой человек, даже без особого опыта в шитье. Это достаточно легко. Пиджак уже готов. Я его уже почистила. Вот такой щеточкой теперь немного освежу, отпарю. И все, и заказ будет готов. Можно отдавать. Вот здесь немножко примято. Все легко и просто. Очередной мой мастер-класс, как расширить классический пиджак в боковых швах. Надеюсь, у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Всего вам хорошего. Пока-пока.